Здравствуйте, уважаемые зрители, с вами Мастодонт, и вашему вниманию представляю очередной бой в режиме 3 на 3, карта Казир Лютиен. Играю я тут за сестер Битв, со мной в команде за Некронов играет дедушка, и за Хаос Люфт Вафля. Наши противники за гвардейцев Joy Games Interactive, еще один гвардейц The Guardsman, и за космодесант Кокс. В общем, Империум пришел наказывать нас, судя по расам. Видимо, я предатель в этой битве. Люфтваффе говорит, я иду в талоны. Короче, талон течь, иду в Т2. Еще раз он уточнил, объяснил. Тут дедушка начинает ругаться. Что произошло? Ну, Некрону не нужны тут много точек. Надо захватить. Раз, два, три. А, тут точку я забираю. Видимо, он пикал. Так, в итоге, раз, два, три. Четыре точки ему вполне достаточно. Не обязательно, чтобы было пять. На Морталисе, когда у всех по 5 точек, Некроны обычно дают одну точку союзнику, поэтому... Горел сарай, гори и хата. В общем, обиделся дедушка. Точки не берет. Начинает там ныть в чат. Потом говорит, не нойте. Сам ноет и говорит, не нойте. Ну, я все, естественно, это видел в чате, но ничего, пока не обращал внимания. Я написал, чтобы он брал точки. Зато термоген заберешь. Да, зато он термоген заберет, например. Вполне достаточно. 4 точки взял, 2 термогенератора. Что тебе нужно? Ну, парень обиженный. Я почему забрал эту точку, потому что я играю за сестер Битв. За сестер Битв обычно спамят пехоту, селестянок, иногда собак на Т1, поэтому вполне справедливо. Тут снимаю ключевую точку космодесанта, вижу 3 пака разведчиков, надо было доснять. Зря я тут убежал миссионером. Значит, в Т2 он переходит, да, в Т2, но очень поздно переходит в Т2, алло, понял. На 4-й минуте, 57-й или на 56-й секунде можно переходить в Т2. При правильной постановке генераторов, оружейки. Тут я бегаю миссионером, не хотел я их вести на базу, решил прогулять их по карте. Селестянки первые уже вышли, миссионер добавлен. В чате тут продолжается срач. Обиженный Некрон не берет точки. Ту точку он забрал. Надеюсь, ты посмотришь этот бой, дедушка. Все, я тоже начал уже ругаться. Я написал ему долбан.
Так, тут гвардеец, видимо, спалил. Я не знаю, чего он обижается. У него была возможность забрать 4 точки, он тупо не брал их. И теперь обижается на нас, что мы у него точки забрали. У тебя, Алёша, 4 точки было. Нормальный Некрон играет на 4 точках всегда. Тебе достаточно. Ладно, давайте забудем об этом игроке. Он недостоин вообще никакого внимания. Он даже не знает свою расу, как играть за них. Зачем мы будем его обсуждать и спорить о нем? В общем, селестянки готовы. 4 пака, есть дедушка. И пошли. Тут бегают разведчики туда-сюда, пусть бегают. Это нам никак не мешает. Т2, конечно, вышел. Космодесант и тут же переходит в Т3. Начинает делать технику обычных глайдеров. Видит, что направляются селестянки к нему. The Guardsman стоит в центре. Тоже направляется в мою сторону на помощь. Наконец-то самолеты хаоса полетели. Мимо пробегаю наблюдательного поста. Смысла тут ломать посты нету, потому что точек очень много. Он тут, видимо, я решил все-таки задержаться. Уничтожаются разведчики. Все, дальше бегу. Встречает необычный глайдер. Не знаю, что он тут хотел. Он, наверное, будет уничтожен. Пытается Гвардсман спастись союзникам. Так, Т3 перешел. Командор заказывается. Так, и бежит священник. Накидывает замечательную обилку. И гвардейцы тут офигели просто. Всего лишь один гвардейец остался. Была армия, и нету армии. Так, уничтожается главка. Тут надо добить этот отряд, чтобы он не пополнял, тут не мешал больше. Обычный глайдер все-таки пришел умирать. Так, надо убить строителей. Это нечестно. Успеет он терминаторов заказать? Да, терминаторы были успешно заказаны. Видимо, главка сейчас будет уничтожена. Цена фаст Т3, пожалуйста. Так, надо теперь казарму уничтожить. Успею я его уничтожить, казармы, до выхода терминаторов. 73%. Библиарий вышел. Все замечательно. Орбитальный удар от командора. Надо отступать. Терминаторы не были заказаны. Так, вижу строителя. Строителя я должен обязательно уничтожить. Так, и уничтожить центр орбитальной связи. Ну, там священные покои еще есть. Аптекариями будет воевать космодесантник. Так, тут хаос тоже неплохо разбирает генераторы гвардейцам. Т3 находится Joy Games. О, гвардсмен тут прям пехоту собрал. Так, надоел этот командор, надо избавиться от него, пока он тут один. Решил напасть на толпу селестянок. В итоге селестянки наказывают. Бегут еще и гвардейцы. И очередная билка конфессора. С
снова от гвардейцев ничего не остается. Это просто замечательно. Конфессор, конечно, вообще монстр. Столько гвардейцев завалил за эту игру. Едет сюда Василиск зачем-то. В упор, наверное, хочет расстреливать моих селестянок. Так, ну все-таки успел он главку накинуть. Есть служитель. А я думал, у него нету строителя на этом все. Нет. Так, надо избавиться от библиария, наверное, теперь. У меня все ресурсы уходят на пополнение селестянок. Все еще живу. Этот Василиский прям бесит. Все, библиария был уничтожен. Дедушка решил наконец-то включиться в игру. Хаос тоже надоедает, как видите, но еще и новую главку сюда накинул. Игра еще не закончена. Дышники без эко, говорит. Ну да, наверное, генераторы там поломал, но они в Т3 скоро могут в Т4 пойти. Подключается Некрон сюда. Там плакался, что у него точек не хватает. Так, на двух точках он неплохо наклепал, да? Все-таки. Четырех, оказывается, можно играть, если ты на двух точках столько пехоты можешь наклепать. Вот почему нельзя просто тупо течиться. Вот почему нельзя этого делать. Вот на Т2 сделайте хотя бы что-то, чтобы противника напрячь, полететь к нему, там, пробежаться у него на базе. Нельзя просто зайти в эту игру и тупо течиться. Надоели эти Василиски. Наконец-то я их уничтожаю. Вижу очередную главку космодесанта. Респектую, что он смог спастись тут. Чего себе.
Василиски мешают, надо расправиться с ними. Там хаос и своим легионом нападает на базу Joy Games Interactive. База у него там пустая, видимо, тут они все сражались. Либо сражаются. Тут Кварцмен отхватывает. Все, Joy Games покидает нас. Так больно моим селестянкам, потому что там Гвардсмен сел в свой полевой штаб. Окс тоже покидает нас. Тут еще и Казаркины. Люфтваффе исключен из игры. Что-то мне кажется, он рано вышел. Такая вот игра. Игра просто на Т2. Убитую мною 80, благодаря конфессору, что уничтожил толпу гвардейцев аж два раза. Потерял тоже очень много, потому что я бегал на базе у противника, всегда пополнялся, спился. Кокс, конечно, очень неправильно сделал. Просто чечился, никаких войск не сделал. Тремя паками разведчиками бегал. Так и ничего и не сделал. Только главки строил. На этом все, ребята. Не болейте. Услышимся. Пока.